Доброе утро, друзья. Сегодня хочу показать. Вчера читал на нескольких ресурсах о том, что было установлено в нескольких парках были установлены такие замечательные вещи, как штучки, как вот это вот памятничек такой, урна для того, чтобы взять в ней пакет и последствия выгула ваших собак выкинуть. Видел очень много споров, как нею пользоваться. Я на самом деле тоже не понял. То есть, скорее всего, видимо, сюда надо выкинуть мусор. Скорее всего, здесь надо взять пакет. Не знаю, если он там есть. Здесь ничего нету. Вот, но не суть в этом. Это очень классная идея. Наверное, надо было только немного объяснить людям, как этим пользоваться. Проблема в другом. Проблема вот в этом знаке. 2,5 года назад, в 2018 году, совместно с Симплсом и их проектом Велохоры, Спортер МД, стал вопрос, как изменить ситуацию на озере Комсомольском, либо Вале Морвор, потому что здесь постоянно происходят конфликты между людьми, которые гуляют вот по этой стороне, и велосипедистами, которые катаются здесь тоже регулярно. И тогда было решено использовать вот эту вот дорожку. Это техническая дорожка. Она изначально была рассчитана для того, чтобы здесь ездил транспорт технологический, то есть тот, который убирает парки, мусор вывозит и обслуживает парк. Долго думали, как это все разделить. Разделили согласно пожеланиям спортера. То есть вот эта дорожка для велосипедистов, эта дорожка для бегунов. Вот. Я сам сейчас немного нарушаю, да, то, что делаю. Но идея была такова, что эта часть остается только для пешеходов, эта часть остается для велосипедистов и для бегунов, для того, чтобы оно не смешивалось. Что сегодня по факту произошло? Во-первых, еще тогда я очень сильно удивлялся, зачем на технической дорожке были установлены урны. То есть, если вы посмотрите с этой стороны, где люди гуляют, нету ни одной урны, я потом пройду дальше, покажу. С этой стороны, где технологически просто должен передвигаться транспорт, и люди вообще не должны здесь ничего делать на этой дорожке, тогда, когда эта идея задумывалась парком, здесь установили урны. Для чего это было сделано, я просто не могу ответить, потому что это полный идиотизм, потому что с этой стороны нету возможности просто спуститься или просто подняться, да, то есть вот здесь бордюр, довольно-таки высокий бордюр, и если вы хотите выкинуть свой мусор, то вы должны перелезть через бордюр и должны выкинуть мусор туда. На мою тогда просьбу и указание перенести эти урны сюда сказали, ну ты понимаешь, есть у нас такой ныне председатель партии USB Валера Мунтян, которому нужно было срочно списать через своего брата 15 миллионов лей. И вот 15 миллионов лей они потратили на вот эти вот урны и на скамейки, которые были разбросаны где только можно было, самым идиотским путем. И вот они поставили, вот здесь гуляют люди, там техническая линия, технологическая дорожка, где не должны ходить люди вообще, потому что там ездит большегрузный транспорт тогда, по идее. Они их установили вон там. Перенести они их так и отказались, но проблема сейчас на самом деле меня удивляет в другом. Мы все кричим о том, что насколько у нас, вот прямой пример, насколько у нас невоспитанное население. Вот есть указатели, есть знаки, что велосипедисты ездят там. Там они не хотят ездить. С другой стороны, зачем устанавливать вот эту вот урну для выбрасывания экскрементов собачьих опять на технической дорожке, где должны бегать люди и ездить велосипеды?
Я очень плохо представляю, что кто-то с каким-то пекинесом или тойтерьером бегает здесь. То есть человек опять, получается, мы сами же заставляем людей нарушать какие-то правила, которые были здесь созданы. И создано оно было специально, что эта территория, где я иду, это территория для прогулок, та территория для спортсменов. Но теперь, оказывается, та территория уже, помимо вот этого идиотизма, что там установлены мусорные урны, здесь их нигде нету, то теперь еще и, оказывается, это зона для собак. Вон знак. На знаке четко написано и нарисовано, что эта зона рассчитана только для спортсменов. Я балдею, когда вижу там мамочек, гуляющих с колясками, кричащих «я же мать» на тех, кто там катается на велосипеде или бегает. И я балдею также с тех велосипедистов, которые сделали вам дорогу специально, разукрасили ее. Не успели провести, единственное, что не успели провести большую кампанию информационную о том, чтобы вот надо разделить. Но, блин, ну неужели непонятно реально, где выглядит велосипедист, знак, который должен быть, и как выглядит пешеходный знак. И вот, представьте себе, вот вы велосипедист, вы знаете, что вы ничего не нарушаете в этом парке, вы катаете себе на велосипеде, и поскольку урны для выбрасывания, так скажем, собачьих экскрементов находятся там, вот гуляют люди с собаками. Вот, а вы едете на велосипеде. Не дай бог вы там заденете эту собачку или как-то, не знаю, ее испугаете, вы услышите все, что о вас думают, потому что так у нас сделано. Все всегда раком и по-идиотски. Нету ни одной урны, вот смотрите. Ни одной. Вот девушка бегает. И она бегает, потому что она должна бегать там. Ее территория там, и она никому не мешает. Вот еще одна девушка бегает. Для этого и создавалась эта линия. Я не буду говорить о том, что изначально идиоты, когда запланировали ремонт этого парка, они запланировали его так, чтобы изначально не было здесь рассчитано на велосипедные дорожки, на беговые дорожки. Но уже исходя из того, как оно есть, уже исходя из того, как оно было сделано, мы просто взяли технологическую дорожку. Вот и опять перехожу, здесь нет, будет ни одной урны. И вот здесь стоит опять знак, четко показывающий. Велосипедисты, бегуны. Но вот дама идет с собакой. Вот как она должна будет выкинуть или взять этот пакет отсюда, с территории бегунов, если она должна была быть там. Либо, как минимум, в тех местах, где это было возможно, а не устанавливать эти урны, провоцируя очередной раз людей делать, как я сейчас, идти против движения, идти по полосе, где должны кататься велосипедисты, и создавать очередные конфликты, потому что, еще раз повторюсь, здесь было огромное количество драк, споров, скандалов из-за того, что велосипедисты ездят вот по этой пешеходной зоне, гоняют, сбивают, и при мне было 2 или 3 драки. И тогда, вот я еще раз повторюсь, мы со спортером МД решили разделить, использовать вот эту вот дорожку, потому что Кертуага почему-то не задумался о том, когда он планировал ремонт этого парка, что в нашем городе люди ездят на велосипеде. И он не захотел тогда сразу же запланировать. А еще меня всегда поражает качество. Смотрите, вот это вот уже, это уже раздутый металл, который раздуло из-за льда, попадающей туда воды. И это уже скоро все развалится. Как и все большинство здесь. Многие еще даже не знают, что официальное завершение ремонтных работ Комсомольского озера или парка Валя Морилор заканчивается в 2020 году. Но здесь уже половины плитки нету и тому подобное. И вот прямой пример того. Вот люди бегают, а здесь люди ходят. И здесь, где люди ходят, нету ни одной урны. И каждое утро, когда я прихожу сюда, здесь, с этой стороны, валяется куча мусора. И когда идет дождь, понятно, что никто не будет перелазить и ходить по болоту для того, чтобы выкинуть вот туда мусор. Потому что кому-то надо было быстро списать деньги, сюда не впихнуть не могли, потому что здесь необходимо больше провести работы, здесь нужно вытаскивать плитку. Здесь необходимо было бы
потом эту плитку восстанавливать, а вот там копнуть быстро, бессмысленно вот эти вот урны, которые нужны здесь, где люди гуляют, но нас решили почему-то там, где должны кататься на велосипедах. Наверное, велосипедистов мусора больше выпишь и убегнов. Вот, к сожалению, я не знаю, как мы должны воспитывать в людях понимание того, что там бегают и катаются на велосипеде, здесь ходят. И вот практически вся восточная часть озера до лестниц, которые сегодня ремонтируют и выходят на улицу Матиевича, и до Молдэкспо, она не имеет ни одной урны на пешеходной зоне. Все урны расположены вон там, где ездят велосипедисты и бегают люди. Поэтому это просто очередной раз показывает. И вот установка этой урны для сбора собачьих экскрементов после прогулки просто показывает очередной раз, что на самом деле проект, не знаю, не был рассчитан на то, что подразумевалось под ним, чтобы воспитывать людей, убирать отходы за своими собаками. А очередной раз просто бездумно поставили, потому что то ли надо было срочно списать какие-то деньги, то ли просто кому-то что-то показать. Вот. Ну и здесь, конечно же, опять я говорю, что нету ни в пешеходной зоне, здесь нету ни одной мусорки. Здесь с этой стороны не видно. С той стороны восточной уже видно, как сам парапет. Но вот здесь видно тоже уже все эти дорожки разваливаются. Шикарные кабеля. И здесь почти все столбы вот так вот, где кабеля выведены либо вообще сзади столбов, либо вот так вот торчат. Поэтому надеюсь, что наши люди все-таки хотя бы с одной стороны начнут правильно использовать эти дорожки, которые здесь для них расчертили. Вот она проходит с той стороны, обходит здание спортшколы. И вот с той стороны должны бегать велосипедисты, ездить. А с этой стороны должны люди просто гулять. И вот смотрите, пол озера. И вот только вот здесь, к сожалению, только здесь начинают появляться урны на пешеходной зоне. Там они просто были установлены на технической дорожке, куда человек вообще по логике вещей не должен гуляющий заходить. Хорошего всем дня!